Привет, мои хорошие, с вами Силена Свей, и сегодня речь пойдет о духах. Я интересные вещи таки узнала, в общем, то, что раньше не знала о духах, очень много всего, и узнала о такой интересной компании, может быть, вы знаете о ней, сегодня речь пойдет о ней, это Армель. Оказывается, что мы можем свои любимые духи заказать, мало того, что в 3 раза дешевле, но еще и с концентрацией такой, которую не найдешь ни в одном магазине, с 20% концентрацией, это духи. И они еще и раскрываются в 3 ноты. То есть, я, честно, меня подкупило. Я сразу полезла штудировать, узнавать все. И мне стало очень интересно. И, конечно же, в этой компании я заказала целую папку вот таких вот пробников духов. И, но это подходит для меня. Почему? Потому что я еще не определилась со своим прям супер-мега любимым ароматом. То есть у меня есть, но, например, вот сейчас, после рождения ребенка, меня к ним не тянет. Я вот сейчас свежими какими-то духами, но хочу, все мечтаю свой пудровый найти запах. А тот пудровый запах, который я хочу, он стоит 7-8 тысяч, да, а есть и 15 тысяч. Я думаю, блин, такие деньги баснословные тратить, невероятно. Причем бывает так, что еще мне нравится какой-то аромат, я им пользуюсь, а потом оказывается, что это не мой аромат. То есть, ну вот, немножечко он мне понравился, а потом он мне разонравился. И представляете, я такие деньги трачу. А здесь 50 миллилитров стоит 1500. Любая марка, которой вы, может быть, пользуетесь. Здесь вообще топовые марки. Вот, я не знаю. Ну, такие как Си, Chanel Chance, 212 Vita, Amor, Chloe, Play. Может, кто-то сейчас узнает свои. Дикинбай, зеленое яблоко. Сохраните себе эту фотографию или сделайте скриншот, потому что если вы зайдете на сайт Armelle, то вы не увидите название бренда. Все духи будут у них по номерам. Здесь вы сможете сориентироваться, какие духи к какому номеру относятся. Mercedes Benz, Versace, Black Opium, Million, Nina, Eclat, вообще мое детство, Dolce Gabbana, Light Blue, Что еще тут, что еще? Такие же здесь есть и селективы, в принципе. Это Монталь, здесь 2 аромата представлены, Том Форд аромат представлены, мужские и женские, мужские Фаренгейт, Клиник Хэппи, Босс, Versace, Аквадиджей, тоже 1 Million, 212 Мэн. В общем, Dolce Gabbana, Blue Light. Здесь самые топовые ароматы, которые представлены. Сразу могу сказать, что это не подделка, я уже все узнала, это не подделка. В принципе, вся эта эссенция, она, во-первых, производится во Франции, на заводе. И вообще, в принципе, не может быть подделки, потому что его нельзя патентовать, да, на саму эссенцию. То есть на завод можно просто наложить ограничения, чтобы в течение 3 лет не продавать никому эту формулу. Но если компания какая-то не продлила этот договор, то завод вправе вообще продать кому угодно эту эссенцию. Ну вот, в принципе, и есть такие, кто не продлил, и покупается эта эссенция. Она идет с Франции, с завода Aržavelle, сюда, в Россию, и здесь уже компания Armelle разводит все это в 20% концентрации. В других же марках максимальная парфюмированная водичка идет 15%, а так вообще в среднем там 8-10%. Понимаете, обычно идет, а тут целых 20. Раскрывается в 3 нотки, это вообще супер-мега замечательно. В общем, короче, я довольна. Я купила целую такую папку, потому что я уже говорила, что я не постоянная. И я хочу найти свой аромат, и плюс я вообще всеми ими буду духамиться. То есть захотела попробовать сегодня такой аромат. Я взяла его, попробовала, поносила. То есть, ну, это вот для меня. Нормально можно еще и заработать. Вот что классно. Что меня тоже привлекло. И бывает так, что многие люди хотят заработать, но не могут, потому что им просто нужен волшебный пинок под зад, да? Или грамотно расписанная структура. Что, зачем, пошагово, да? Что нужно делать. В общем, можно попробовать заработать, но это кому интересно, да? А кому интересно просто духи с 20% концентрацией, настоящие, которые раскрываются в 3 нотки, самые топовые ароматы, вы можете вполне... Если вам интересно, допустим, зайдите по ссылочке, я оставлю ее под видео, да, вы посмотрите, какие ароматы представлены, может, вы найдете свой любимый аромат. Здесь всего лишь 1500 стоит 50 миллиграмм аромата вашего, представляете, да? Вы можете, кстати, и сравнить цены. Я уже сравнила цены, и ценник в 3 раза дороже в торговых центрах. Еще неизвестно, какая там концентрация, да? Также можно проверить качество духов на синтетику и на концентрацию вот масел, да, которые там находятся. Вы можете поджечь ваши духи дома. зажигалочкой, напшикать немножечко в ложечку. И если вы будете чувствовать аромат гари, то значит в ваших духах, в вашем парфюмерии очень много синтетики. Также смотрите остаток масел. У хороших духов будет оставаться много масла. У плохих, значит, все оно испарится и останется масла совершенно немного. Так что вот так же можете вы проверить. Также у этой компании есть вот такие интересные какие-то напитки, которые я планирую попробовать. Один, значит, у нас идет сок лимона, а во втором сок черной смородины. Ну и помимо этого таурин, L-карнитин. В общем, они все замедляют старение, поддерживают здоровье и красоту, освежают. Я никогда не пробовала. В 100 миллиграммах водички их просто разводишь и пьешь. И вот какой-то супер полезный напиток. Это мне вот интересно, кто пробовал вот это? Вот, может быть, кто-то знает вообще эту компанию, сталкивался с ней и пользуется. В общем-то, интересно вот эти напиточки. И также я планирую заказать у них, вот сами они производят и шампунь, кондиционер, масляные комплексы для волос по 8 ампул. Всего 350 рублей стоит 8 ампул. Гель для душа, мужской, женский, парфюмированный, то есть он будет пахнуть очень вкусно. Бальзам для тела, ароматизатор тоже собираюсь попробовать, зубная паста Фита Фреш. И вот сокосодержащие вот эти вот напитки. А, вот, кстати, селективные ароматы у них стоят 2500. Классические стоят 1550 миллиграмм. Кстати, сколько стоят ваши духи? И Employee 2500 стоит 50 миллиграмм. Но так-то они вообще в 2 раза выше, чем классические стоят. Я уже протестировала, действительно раскрываются в 3 нотки, действительно. И, кстати, очень даже это необычно, потому что бывают духи, которые с 1-го раза мне не понравились, а через час уже запах просто шикарный. Я думаю, во-во-во, моё. Представляете, как бывает? И, соответственно, очень удобно еще то, что, допустим, я иногда покупаю себе духи какие-то очень дорогие, за 5000, да, там буквально. И прихожу домой, и через несколько дней понимаю, что это не мое. Их уже не вернешь. И жалко 5000, понимаете? Понятное дело, что мы духи не вернем. Здесь что хорошо, что я также могу попробовать многие духи, которые хотела попробовать, но в отличие от 5000, 1500 уже не так жалко, правильно? Вот. Ну, если вам что-то будет интересно по ароматам, потому что ароматов много представлено, допустим, вам нужны будут какие-то свежие или такие же пудровые, как и я люблю, да, может быть, какие-то сладкие или цветочные, вы можете написать мне в личку ВКонтакте, добавиться. Я напишу, на какие ароматы вам стоит обратить внимание. Вы можете их также поднюхать в торговом центре и потом просто купить вот это со скидкой. Зачем тратить больше, когда можно меньше, еще и качество, понимаете? Вот. Вот с этим я спешила вам поделиться. Так вы можете пройти, познакомиться, пройти в магазин, познакомиться с этой продукцией по ссылочке у меня под видео. Если вам интересно будет что-то про партнерство, да, там как у них стать партнерами, что да, как у них, тоже мне пишите, я расскажу, помогу, чем могу. Вместе с тем я уже нашла ароматы, которые понравились мне. Это пудровые ароматы, это Mercedes Benz я попробовала. Также я попробовала Montale Rose Mask, тоже пудровый аромат, мне понравился. Аромат Givenchy Play for Her. Это, если кто-то тоже любит аромат, ну, пудровые ароматы, то вот обратите внимание на эти ароматы. Также Lacoste Pure Fume 125 аромат. Кстати, очень интересный аромат. Табак и кофе. Кофе и табак. 0,52. Это Killian Intoxid. Тоже необычный запах и раскрывается вообще просто с неожиданной стороны. Ну, в общем, вот такие ароматы. Я надеюсь, было вам интересно и полезно. Подписывайтесь, ставьте лайк. Кто первый раз, мы с моим малышом пошли играться. Скажи, загадала мама, ты про свои духи снимать уже. Всем и так все ясно. Ладно, заходите в магазинчик, ссылка под видео. И пишите мне в личку или в комментариях. Поделюсь все, чем знаю. С вами была я, Силена Свей. Пока-пока. Желаю вам всем вкусно, пахнет.